Так, всем привет. Сейчас мы... Вот у нас пришла новая продукция. Моечки из нержавейки. Сейчас мы их распакуем, посмотрим. Самим даже интересно. Так, Ром, ну давай. Давай, торжественно. Барабанная распаковка. Дробь. Барабанная дробь. Так, что у нас входит, Ром, покажи. Так, идет сифон. Что там в сифончике? Такой вот. Ага. Красивый сифон. О, втулка. Сеточка, можно дуршлачок, можно макаронки сварить. Это, конечно, мы шутим. Это, конечно, для того, чтобы грязь собирать. Видите, тут такое прямо ведерочко можно. Хоп, все это дело. Все это дело выкинул. Это мои волосатые руки были. В кадре сейчас. Ну, также идет у нас гофра. Гофра. Слив, канализация. Ага. Ну и дополнительные переливы. Так, да. Дальше. Что тут еще? Дальше идет специальное приспособление, удобное. А это для чего? Для чего? Для сушилки, то есть вы можете что-то положить, например. Сполоснули, положили, дали время, чтобы это все дело стекло. А, это вот ставится на мойку. Чтобы это дело все стекло. О, вообще клево, да? Так, ну а как моечка тебе на вес-то? Ну, моечка такая, достаточно увесистая. Ну, по сравнению с другими... 3 миллиметра как-никак. А, 3 миллиметра у нее сталь, 3 миллиметра сталь. А как она по сравнению с теми, с другими вот нержавейками? То есть, во-первых, мойка смотрится очень шикарно, достаточно глубокая. Сколько, на 20, по-моему, да, у нее глубина же? 20 сантиметров глубина, размеры данной мойки 38 на 44. Мойка врезная, полностью покрытая шумоизоляции, то есть при попадании воды в раковину, ага, ничего, да, не будет стучать, не греметь. Ну а на вес она тяжеленькая, да? Тяжеленькая, во много раз тяжелее, чем обычная мойка из обычной нержавейки. Ну, давай еще посмотрим. Рома, а вот это, Рома, вот это получается мойка, которую предыдущие смотрели, это она у нас какой размер? Данный размер мойки, который мы смотрели, был 38 на 44. А вот это сколько у нас? Эта моечка идет у нас 50 на 40. Ну, я так понимаю, что должно быть тоже в комплекте то же самое, да? Да. Но все, она уже побольше, да? Все верно, да. Также в комплект идет. В комплект входит, ага, сифон. Также идет наша сушилка. Сушилка, кстати, универсальная. Можно ставить ее как поперек, так и повдоль. То есть это все дело фиксируется. Достаточно. Кстати, она у нас продается отдельно, да? Да, да. Это... Она у нас отдельно, то есть могут и на свои моечки, которые, да, стующие, и на каменные, да, допустим, можно, да, ее посадить, да? Самое главное условие, что мойка должна быть квадратная, либо прямоугольная. Ага, отлично. Самое... И она вот, покажи по размеру еще раз, как она растягивается. То есть есть фиксатор, ага, мы выбираем фиксатор. Она растягивается на любой, да, размер и фиксируется так же. Фиксируется, все, и моечка у нас. Ну-ну-ну-ну. Здорово, слушай, ага. Очень удобная штука. Так, ну, саму моечку покажи тогда. Также, да, она также у нее, да, покрытие шумоизоляционное, я так понимаю. Да, полностью ага, покрыто. Ну и на вес она, конечно, уже такая достаточно серьезная. Увесистая. Надпись на моечке помогает нам понять, как мойка должна стоять на изоляции. А, то есть вот это получается, да, надпись должна от нас, да, быть на противоположной стороне. Сверху, да, то есть не перевернутая, не так, не боком, то есть вот. Ой, клево, клево. 40 на 50. Дай-ка ее немножко поближе посмотрю ее, как она выглядит. Слушай, ну да. Такая серьезная. Да, мойка мощная. Так, ну хорошо. Ну, думаю, мы давай еще по дну посмотрим, что там еще у нас пришло. Еще какой-то размер же был, да? Какой-то вы уже выставили даже, я знаю. Потом посмотрим, что вы там выставили. Моечка. Еще одна моечка с таким же размером, но сейчас мы покажем, в чем принципиальное отличие. Также комплектация сифон. Ага. Наша любимая сушилка. Она в комплекте. Это все, это все уже это все на стоит, да? Да, это полностью ходит. Ага, ага. Моечка 50 на 40. Опять же, да, смотрим надпись. Есть дополнительное отверстие под смеситель, то есть данные, те предыдущие мойки, смеситель устанавливался где-то сбоку на столешницу, здесь уже непосредственно на моечку. Рома, давай посмотрим. А, ну получится у нас приложить не смеситель, не нержавейка, допустим, к нему, посмотри, как смотреться будет. Да, в принципе, это дело. Давай, вот, посмотрим. Ну-ка посмотрим, как это круто будет смотреться-то.
вот так, да? Вот у нее глубина получается 20 сантиметров, еще... А ее подними повыше. Повыше подними-ка ее. Насколько высоко можно поднять? Ну, то есть получается, ну, вполне кастрюля, в принципе, влазит, да? Да тут ведро можно. Я думаю, ведро не понадобится. Моечка, кстати, врезная. То есть она ставится на мебельные гарнитуры, да, врезается? Да, непосредственно столешницу. Угу. Вот смеситель он встал. И она такая серьезненькая. Хорошо, Ром, так еще пойдем посмотрим. У нас там еще у тебя выставлена какая-то, да? Да, уже какой-то размерчик есть. Да, вот, кстати, вот мойки, которые нержавейка. У меня получается стоит вот такая мойка. Вот она, я ее вижу. Вот. Но если бы я бы сейчас бы себе делал бы, то я бы обязательно бы взял бы себе так, вот такую. Это да, это уже идет четвертый вид мойки, то есть. Данный размер мойки идет уже 61 на 51. Она идет двойная. Также сшивочка в комплекте. Также в комплект входят крепления и сифончики. Очень удобно. Можно сюда или ложки складывать. Вилки, ложки, да? Или, допустим, мытую посуду, да? А то получается у меня дома за 2-3 дня очень гора, поэтому мне надо всегда высокий смеситель. И это не хватает места. А тут еще дополнительная емкость, блин, для грязной посуды или для чистой уже. И к нему тоже в комплекте идет вот это. Да, входит сушилка, входит сифон и крепление. Ну клево. Ну вот, отдельно у нас тут сама вот эта сеточка. Поехали. Да, вот их практически уже все выставлены. По-моему, сейчас немножко их увеличить. Вот такие.